У меня многие спрашивают часто, что у меня на губах нанесено, что за блеск. Я уже несколько лет пользуюсь вот этим бальзамом. Но я умоляю вас мне помочь найти вот такие вот, которые наносятся как помады. Я, по-моему, их давно купила много в Америке или за границей где-то. И не могу найти, вот, чтобы они вот так вот были, не мы, а вот наискосок, чтобы вот так вот выдавливалось. Пожалуйста, если вы знаете, где приобрести вот такие бальзамы Лукас, умоляю, напишите моей помощнице в директ. Соне, мне нужно много. После концерта стараюсь сразу максимально быстро снимать макияж, потому что впереди дорога. Дорога дольная. Дорога дольная. Блин. Дорога долгая, дорога дальняя в Новосибирск. И блеск, блеск. Посмотрите, как он смотрится офигенно на губах. Да? Такие прям... Хочется прям... Макияж смыла, патч нанесла, в душ сходила, губы бальзамом намазала. Девочки, где найти вот такую вот... Пожалуйста, помогите мне с таким вот, чтобы вот так вот можно было наносить, как блеск. Так, ну а что, я сейчас пойду, пожалуй, поем, потому что я не только не сплю, но еще не ем, а это необходимо для организма, сон и еда, и меня ждет дорога в Новосибирск. Я вам говорила, что я вас люблю. Говорила. Каждый день говорю. Говорила вам, что вы самые лучшие. Уже просто миллион сообщений в директ. Не только Соне, но и мне, где купить такие вот блески со срезом. Спасибо огромное. Уже написала все помощнице, и по приезду в Москву, я надеюсь, что у меня будут новые, потому что я уже просто выдавливаю, просто вот уже из последних сил. Я просто мало что знаю, потому что, сами знаете, редко по магазинам хожу, и я знаю, что вы у меня самая лучшая, лучшая вообще справочная. Любой вопрос вы сразу мне даете ответ. Извините, что если побеспокоила, все, мы нашли, где покупать эти блески в Озоне, в Золотом Яблоке, стоит 400 рублей, спасибо. Можете больше не присылать. Это называется зажралась. Когда принесли пельмени, а меня все устрицами продолжают кормить. А хочется вот пельмешки. А приносит устрицы. А хочется пельмешки. Голосуем. Устрицы или пельмешки. Мои хорошие, как вы знаете, завтра я уже буду в Новосибирске. И у меня к вам есть большая просьба. У нас намечается с вами sold out, и нужен хороший видеограф. Если есть желающие поснимать мой концерт, пишите Паше в директ.
Ну, я так спала хорошо, меня разбудили. Сейчас будешь продолжать спать. Мы... Чуть-чуть еще. Мы, если чё, на базе, в Новосибирске, доехали. Вот я в номер. Ну что, мы в Новосибирске. Сибирь, тыл России. Но то, что в Новосибирске, вы поняли, я на площадке. Сейчас у меня будет саундчек. И через два часа мы с вами встречаемся. Я жду всех. Будет сегодня очень много моих людей, родных. Мама, папа, Сонечки, Антона, друзья. Так что... Концерт будет особенный. Я жду всех. Вышел, Оля. Ну ничего себе. Чик-чик. Вот такой вот у нас сегодня концертный зал. Это я. Саундчек. Чик-чик. Так, это от кого у нас уже? Это от мамы Антона, нашего Бо. Нашего Бо. Мамочка, ты как бы все запаковала, ты постаралась, чтобы не завернуть. Ой, хризантемочки, спасибо большое. Любимые цветы моей мамы, кстати. А Паша у нас сегодня на фейс-контроле, всех встречает. Давай, беги. Все, я побежал. Спасибо большое. Все? Пишет, мы любим тебя и твои сторис. Боже, боже, Новосибирск. Это, посмотрите, это только малая часть. Спасибо вам огромное. Сегодня был просто волшебный концерт. Вот другие слова не подобрать. Так душевно, камерно. И в то же время вы все качали со мной. И... Это счастье. Счастье. Чувство. Вашу любовь, счастье, когда мы поем вместе, даже новые треки, не виноваты сегодня просто, но я не виновата хором. Новосибирск, спасибо вам большое, такие вы, все посмотрите, вот просто, вот что это, красота какая, вот, можно тут еще в Москву забрать, эти цветочки, тут еще что-то, он сладенько, нет, это что-то такое. Кисточка. А сладенькая есть. Нет, вот здесь. Уже знает, где сладко. Я уже заприметила. Ой. Печенюшки, макароны, макарены. Макарены, макароны. Спасибо вам большое. Новосибирск, любовь. Сегодня на концерте у меня присутствовал один блогер, это Александр, но он сменил профессию на время моего шоу и был видеографом. Чё молчишь? Ребята, я снимаю очень жёсткие пранки. У меня сториз, знаешь, сколько вообще? Заходим, подписываемся и ставим лайки. Да, в общем, Саша делает крутой контент в Новосибирске, и я жду от тебя крутое видео, да, еще у него классные... пранки, поэтому подписывайтесь в Новосибирске, я думаю, что вы его знаете, кидаю его отметку. Саша, и жду видео. О, какая красота. Кто это тут? Вообще, спасибо большое.
Ну, сразу понятно, Новосибирск, чей города. Это мой медвежонок, мой такой, такой вот. Такой вот медвежонок такой. Заберу его с собой. Мяу. Ти, какая красота. Спасибо большое. Столько цветов, подарков. Просто невероятно. Такой новогодний букетик. Спасибо. Новосибирск. Кровать, кровать. Ну что? Какой был сегодня кайф. Все концерты у меня особенные, правда. Не бывает одинаковых концертов. Всегда какая-то своя аура. Энергетика. Думаю, мои артисты меня поймут. У каждого города своя атмосфера. Сегодня прям было мяу, 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 мяу. Вчера я попросила вас подсказать мне, где купить блески, и директ был заполнен просто. Я не видела ваши отметки, сторис, кто был сегодня на концерте. Поэтому сегодня я не буду ни о чем просить, просто отмечайте меня. И пока я буду умываться, не ела сегодня ничего, вообще ноль еды. Закажу что-то в номер себе перекусить. И ранее вылет у меня, завтра целый день съемки, работа. И пока буду в номере перед сном, буду смотреть ваши сторис. Поэтому отмечайте меня, кто был сегодня в Новосибирске. Любовь. Хотела еду снять. Хотела снять еду. О, да блин. О. 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 Я открываю дверь Паше. Мне говорит, а Олю можно? Вот она я, как вы хотели, как вы думали, чтобы я выглядела хорошо всегда и завтра тоже была фреш. Вот она я, масочка, еда и сон. Ольга Бузова in the house. Я не виновата.
Это я. И мое сейчас состояние, когда я понимаю, что осталось спать один час, а завтра безумно сложный, насыщенный день. Качайте мои масочки. Ольга Бузова in the house. Давай, Олечка, давай, зажигай. Дынсит, ребята, что дынсит, ребята, они без девчат, но... Масочку от меня с фильтром. Кайф. Пробуйте. То есть такая офигенная маска, что даже не накрашенная в мойке смотрится круто. Кайф.